У меня такой проблемы не было. Я как? Любить себя, да не похуй. Как? В смысле как? Знаешь, ну вот бывают так, люди, которые тебе говорят, что бля, я вообще не люблю себя, мне нравится, как я выгляжу. Ну, это принимать себя просто нужно. Загоны, ну, либо ты делай, либо, ну не делай. Смирись, блядь. Смирись, да. Как полюбить себя? Ту любовь, которую вы направляете к своим друзьям, какому-то человеку и так далее, попробуйте направить к себе. То, что вы радуете человека, там, хотите ему вкусную еду приготовить, подарок какой-то, то же самое по отношению к себе. Делайте все, это очень в корне изменит отношение к себе. Начните радовать себя тоже, не только кого-то вокруг, и ждать, что они будут радовать вас в ответ. Просто делайте для себя. Конечно. И все. И со временем придет эта уверенность. Ну, этого, да, может хватать головой. Да. Самого себя радовать. Так и приобретают любовь к себе. Никто не даст им, не скажет, полюби себя, и ты такой, класс, точно.